Журавли. Ну что, Господи, благослови, все, поехали. Все, мы, слава Богу, пришли. Сейчас мы расчехляемся, все как обычно, все одно и то же. У нас тут веревка на всякий случай, ну там в смысле обвязывать. Шуруповерт. 10-е, по-моему, у меня перо вот такое вот. Ну все, Господи, благослови. Я тут набрал с собой столько бутылок, не знаю, получится, нет, установить. Ну, посмотрим. В принципе, если нет, просто оставлю здесь, потом заберем. Все, сейчас прям с первой бутылки и пошел сразу, как говорится. Так, ножик с собой. Все, веревка, пошли. Вот, куда, ну, можно с этого края начать. Кстати, у меня уже тут даже веревочки есть заготовленные. Опа. Ага, сырое чувствуется. Так, Шурик пока сюда положи. Значит, наш дедовский метод. Мы никакие не трубочки, ничего не вставляем, а вот чистая марлечка. Я ее нарезал такими вот квадратиками. И просто вот этот квадратик вставляю туда. И все. О, уже закапало. Уже закапало, слава Богу. Вот так, чик. На самом деле, по моим записям в журнале, я уже опоздал. Потому что с конца марта у меня в прошлом году я начал снимать сок, в общем. А в этом году я был занят там приобретением машины и все такое, поэтому очнулся уже поздно. Уже апрель, сегодня 4-е, по-моему. Ну, как бы еще не поздно, я все равно еще успею что-то собрать. Наша мини-ферма по сбору кленового сока. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Бог благословит. Ну что, вернулся я с охоты. Слава Богу, в этом сезоне первый раз кленовый сок. Давайте, мы всегда Бога благодарим за то, чем мы пользуемся и над чем мы не трудимся. Вот одно из таких пунктов — это кленовый сок. Кленовый, березовый. Вот он пошел сегодня, слава Богу. Так что давайте, все, пейте, оздоравливайтесь. Кленовый сок очень полезный. Бог даст, насобираем себе, угостим еще кого-нибудь. Может быть, еще будет возможность даже для реализации насобирать. Ну, как Бог даст, не знаю. Все, на здоровье.